Анатолий, скажите, пожалуйста, Дина, заканчивай. Что думаете по этому поводу, этому случившемуся? Ну как все произошло? Никаких комментариев. Ну вы думаете, вы себя как виновным признаете, нет? Да. Почему так произошло? Что случилось? Никаких комментариев. Ну, причина. Скажите, вы дружили? Да. Встречались? А из-за чего конфликт произошел? Это уже наша семья. А долго вы встречались? 7 месяцев. Сразу как пришли с армии, познакомились? Да. До этого был знаком. А вы ее любили? Да. Ревновали? Да. А это в порыве все произошло? Вы вас что-то разозлило? Да. Ну что именно? Причина. Вот никто не знает причины. Те, кому надо, уже знают. Ну а что вы, как вы думаете, вы раскаиваетесь вообще, нет? Да. А вы извинялись перед ее матерью? Мне не разрешили ее увидеть. На судебном процессе хотите извиниться перед матерью? Да. Скажите, у вас казанки сбиты, это от чего? Это от драки от другой. Вы боитесь отправиться за решетку? Нет. А сами какое наказание считаете адекватным для себя? Вы все-таки надеетесь на снисхождение суда? Нет. То есть тебе все равно уже? Я не надеюсь на снисхождение. Вы говорите, что с матерью вам не дали увидеться. Вот вы сейчас можете обратиться и сказать какие-то слова, потому что мы, как пресса, передадим, и мать все узнает, услышит. Что вы готовы ей сказать? Я еще сам ее увижу. Значит, 16 января 2013 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Мартыненко Анатолию Андреевичу, 93-го года рождения, по уголовному делу, возбужденному по статье 105 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство», значит, по факту безвестного исчезновения Петуховой Екатерины Игоревны, 91-го года рождения. В ходе предварительного следствия установлено, что в ночь с 10 на 11 января 2013 года подозреваемый Мартыненко совершил убийство на территории Ленинского района потерпевшей Петуховой Екатерины Игоревны, ранее ему знакомой. В последующем Мартыненко сокрыл труп также на территории Ленинского района. В настоящее время проводятся следственные действия с участием Мартыненко, который в ходе следствия признал свою вину в совершении преступления. В настоящее время ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.